стали известны причины смерти воспитанников интерната в Санкт-Петербурге. Посольство Франции в Москве прокомментировало сообщение о письме с порошком. Названы лучшие регионы России для заработка на жилье. Песков назвал ложью заявление о беспричинности начала спецоперации. Вторая по глубине голубая дыра в мире и микропластик в арктических водорослях – главные новости сегодня. Mercedes-Benz возобновляет гарантийную поддержку клиентов в России. Центральный склад запчастей начнет работать как прежде. В России наконец-то появится по-настоящему доступный зарубежный кроссовер. Продажи Livan X3 простартуют уже в мае. Была такая страна. Фотографии из прошлого. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!